Ярослав, я тут. Олег, куда нас повел? Когда мы сейчас пик какой-то выехали. Нет, так тут всегда. Это тут круглые сутки так. Да. Это, в общем, маршрут, если ехать не через эстакады вот эти. Настя, опасайся. Близко ехать, да? Да, вероятно. Хотя поворотник здесь налево, да? То есть ты с второго подрёшь сюда, нет? Ладно. Кто тут поставил, он, да, лучше там объехать было. Давай, залазь уже. Залазь. Сколько ты проехал, ты скорость? Скорость? Не скорость, проехал километров. 8,5. Блин, я не включил, я только 4 показываю. Да если бы у тебя был пульсометр, то все было бы хорошо. Да, у меня на 2 раза. А, вот уже сверх что-то подумал, что же. Подожди, надо ее гирем накормить. Она говорит, что она устала. На воду, вот, смотри, вот так вот. Хоп. Поедем или можете чайку это заказать. Так нет, ну покатайтесь, а что у меня там? Ладно, ветер сильный, уже сейчас вечер скоро будет. 20 километров есть. Можно что-то реально куда-то еще зайти, что-нибудь купить. Притормозим. Можно пока сюда кстати, заехать. Давай тут подождем ребят, покатаемся внутри чуть-чуть, заедем. Просто покажу, что там. Ярослав, давай сюда. Давай прокатнемся, Настя, давай. А, вы сюда ходили? Да, давай прокатнемся, просто посмотрим. Что-то Стас не очень. Я думаю, там чуть-чуть мне покатаемся тоже и домой. Не очень. Вот это вот? Нет. Не, я просто как-то это, что-то у меня горло болит, я как-то еду как-то волнуюсь. Получаем тебя. Я хотел домой заправим. Поехать, Олег говорит, а мы тоже туда поедем. Я говорю, ну а чего вы катаетесь? Давайте заправим я тебя чаем. Я вот там вот несколько метров назад думала о том, что я хочу в кровать. Мы можем тут покататься чуть-чуть, поехать домой и пойти ужинать, да? Попозже ужинать. Я уже пока не хочу, попозже. Но я имею в виду, что мы пока тут покатаемся, пока вернемся, уже, ну, пока мы там переоденемся, это часа два пройдет. Да. А, там нельзя, да, проезжать? А, велорикша нельзя проезжать. Мы же не рикши. А, вон колесо ободрения, мы на нем, кстати, были. А-а-а. Видишь, тут такие газончики прикольные, такой ландшафтный дизайн. Тут ярмарка, кстати, как раз можно Стаса напоить горячим чаем. Ну, с
места еще, куда. Что он спрашивал? Пойти? Цену? Не, про велик спрашивал. А говорит, что спрашивал? Проезжаете, любители, профессионалы. Любители, так, катаемся. Так калории сжигаем. Скажи, я профессионал уже, это с Tour de France вернулся. Да. Вот. Да, видишь, у меня руки простор. Какие там или ноги там. Только не надо, да. Я устала. Привет. Привет. Она не как тепло одета. Тебе же тепло сейчас? Ну, сейчас да. Я из-за тобой грелась. Ну, ладно. Если тебя так тренировать собираешь, не прокатит. Мы сейчас вам как раз покажем станцию электрички, как типа сюда ехать, если пешком. Нет, поверь, нет. Ты чувствуешь, что греет солнце все равно? Это во время Олимпиады вот сюда на электричке приезжали футбольные вот эти, ну, олимпийские вот эти всех фанаты, короче. Да. Это вот та самая станция, и они пешком шли вон туда, на эти всякие олимпийские объекты. А, понятно. Футбольно вот похоже. Да, вот то есть я типа... Я фотки делать. Да. Направо, вон туда, вон там проезжая. О, да. Не поющий. Вот этот ракурс лучше всего. Молчащий. Вот этот ракурс лучше всего. Сфоткайте меня вот на этом ракурсе. Вы, кстати, обратили внимание на это. Знаешь, чтобы я был прямо под этой... Чуть-чуть левее. Туда, вот сюда. Да ладно. Как Олег скажет, как я под ней стою. Да. Ага. Стена чемпионов. О, Олег! А. Ну... Ты аккуратно, аккуратно. Ха-ха! Ничего там с контактами сложного нет. Теперь осталось тебе научиться перепрыгивать прям лежачие, а не просто так прыгать. Биатлон. Делаем лишь это. Липницкая. А, вот нет, отколупанный. То есть народ у нас простой, да, берет вот такую херню. Охренеть. Вон отколупали, вон. Ты не трогай. Слушайте, лучше. А я извиняюсь, а скелетон это что такое? Это на санках, этот, по-моему, на животе скелетон, да, или на спине? Там есть на спине на санках и на животе. Один из них, по-моему, самый этот... На животе скелетон. Погоди, а на спине там? На спине. Я знаю, есть бобслей, это санки. Нет, это да. А то просто сани. А скелетон это именно, что там, ну, пиздец полный. Ты лежишь, блин, на животе, хуяришь, тебя под тобой там 200 километров в час. Поэтому это скелетон. Ярослав! Ярослав, это вот, прикинь, это вот столько надо пешком идти от станции, чтобы дойти пешком до набережной, прикинь? Да, я понял. Очень далеко. Нам налево, если что. А нам куда? Налево, налево. Да. У нас не главное. А куда он едет, интересно? Вот без поворотника. Прямо едет, да? Без поворотника, значит прямо. Здрасте, здрасте. Он уже на меня. И ты потом сказал, да? Я почему ты видел это в другом порядке? Надо подождать Настю. Нахрен меня это сам, я же Настю не цу-цу-цу, не это, не иди сюда, Бобики, на него уже орал, блин. Я думал, давай, он сейчас цапнет. Давай Настю подождем. Давай. Где-нибудь. То она может там сейчас с ним драться. Нет. Едут. Как она на вас реагировала? А что, она прям... А, не, она на меня нормально отреагировала, Ярослава это... Может, это одна из тех собак, которую Ярослав раньше позывал? Она его вспомнила и такая типа, о! Она собака побежала, да, или что, я не заметил? Она лежала, я смотрю, лежит странно, как будто, знаешь, какая она готовится. Выжидает, да, выжидает. Олега она это самое пропустила, видимо, не решилась или стигнет. Я там пешком пошла, потому что она скачивала. Слушай, поехали багет купим. Надо в Рафу багет затолкать, вот, точно.
Да. Тут вкусные, багеты. Сейчас. Ну, багет есть? Багет, да, есть. Артур Олегович, это ваш кофе. Хотите, можете поломать и вот так еще пакет. Не, ломать не надо багет. В том году. Он длинный. Я думал, он короче будет. Засунь его себе в бибы вниз туда, вот так вот. Я реально думал, он будет короче. А что он такой длинный? Дай мне свой. Давай ты свой. Подожди, дай. Блин, а он должно работать. То есть, знаешь, вот обычно не такая резинка, тут именно хорошая резинка. Да. Ударил тебя по голове? Буханка обычного слева. Кирпича не влезет туда? Влезет. Батон. Влезет батон. Батон да. Такой, да, который... Так, если что, лови багет. Сзади будешь чекать, будешь ловить багет. Придерживать его будешь, во. Это значит, типа, должна форма не рафа, конечно, импортозамещение. О, как он там торчит сильно? Какой-нибудь Рафаэль. Нормально. Не урони, да? Только. Слушай, багет нормально держится. Ну, за сколько же шейник покупать? Дорого. От 100 до миллиона. Да, ребенку испортил все его мечты. Да. Он думал, что ему батя купит. Есть же эти детские шоссейники недорогие. Детские шоссейники дороже, чем взрослые, между прочим. Именно если брать на тех же технологиях и так далее. Настя! Что? А вот эта улица очень похожа, как вот в Анапе, да? Некоторые улочки есть. А, да, в Анапе. Только в Анапе еще при этом есть эти, а там по тротуары. Только там, прикинь, там вот такие там мелкие улицы, но там тротуары с понижениями, типа, да. Засилие этих нив, блин. Ну. Как они любят тут нивы. Да можно ехать и есть багет из кармана. Он у меня открылся? Так, еду аккуратненько, у меня сзади багет. Я сейчас перепрыгну его. Давай, то как он. Не перепрыгнул. Ну, ты тут был уже раз пять, Ярослав. Да ладно. Запоминай. Вот сюда. Потом вон туда. Туда, потом налево. Вон, смотришь, слева у нас огромное здание, Атлант. Во, видишь, едем к нему. Ориентируйся на вот эти вот огоньки. Да. Да. Показывайте знак налево, чтобы сзади машины не обгоняли вас. Во, налево. Показываем, что хоть мы умеем включать поворотники. О, сорян. Да, ничего страшного. Главное, что мы не выронили багет. Да, я чувствую его спиной. Ветер поднялся и сдувает багет. Короче, у меня теперь есть комплект есть. У меня есть рафа, усы и багет. Но мы сегодня, мне кажется, ничего не знаем. 805. У меня меньше. Через сколько выходим? Через полчаса? Через полчаса, окей.